Почти 5 десятков специальных машин ежедневно работают на улицах города, проводят дезинфекцию улиц и общественных пространств со специальными средствами. Они обрабатывают парки, скверы и площади. С каждым днем темп работ наращивают. За 3 дня в Самаре продезинфицировали уже более 120 улиц. В парке Гагарина обрабатывают все дорожки, отдельно проходят по детским площадкам и дезинфицируют лавочки. Люди работают в специальной экипировке. Хотя все парки и скверы Самары закрыты для посещения, иногда жители все же нарушают запрет. Пока здесь не очень многолюдно, пушистые обитатели пользуются моментом и чувствуют себя уверенно. Особое внимание в Самаре уделяют остановкам и подземным переходам. Их обрабатывают каждый день по несколько раз. Заводское шоссе Кирова – промышленная часть Самары. Здесь всегда было большое скопление людей. Но сейчас в режиме повышенной готовности большинство организаций закрыли свои двери, а дороги практически опустели. Дезинфекцию проводят специальным противовирусным средством – хлорамином. Его используют по рекомендациям Роспотребнадзора. Обрабатываются напольные покрытия, стены, потолок, лестничные сходы. Важно обработать, чтобы не предотвратить распространение вирусных инфекций. Уборка и дезинфекция самарских улиц не остается незамеченной. Те немногочисленные жители, которые выходят в магазин или аптеку, признают необходимость проводимых мер профилактики. Ну да, все равно с собаками гуляют. Как бы никуда от этого не деться. В магазин ходят, и это нормально. А вы видите технику на улицах? Вообще вижу. Я живу вот буквально здесь, поэтому да, вижу постоянно. Но пока никого нет, пока люди выходят только по надобности. Я думаю, что обязательно, потому что дети потом выйдут гулять и... Конечно, и плюс гор чище станет. Профилактические меры затронули основные общественные пространства Самары, пешеходные переходы, территории парков, скверов, набережной. Во главу угла поставлена безопасность каждого жителя города. Мария Левина, Максим Гусев. События.